Привет-привет, мои прекрасные друзья. Это у нас сборная солянка. Сейчас будет из лекарственных растений. Мы сделали их шортс, коротенько, чертополох, расторопша, милк, сесл для печени, крапива, молодильная, для всего. Для волос, для желудка, для всего. Одуванчик тоже молодильный. Можно делать вино из одуванчиков, квас. Калужница. Уже хороша. Для чая молодежного, молодильного. Овес. Сам Бог велел. Ромашка. Успокоит на ночь. И не только. Амак. Успокоит и днем. Верно? И что дальше у нас? Извините за фон. И что у нас поближе? Ну, правда, здорово. Все это в горах собрано. Видите, горы-горы. Я на горке стою. И очень-очень полезно. Потом самбука. Бузина карликовая. Глядим-глядим внимательно. Смотрите, как здорово и красиво. Главное не улететь с поломанным пальцем с горы. И дальше фенхель. Кумин. И каравай сидс, не знаю, как по-русски, но пахнет отменно. Вот такие луговые травы соберу я для вас, а потом подарю всем чаи. Кто захочет, конечно. Подарю. А потом, если захотите, буду высылать. Но это когда я уже обоснуюсь тут основательно. Видите, мне всегда будет чем заниматься. Особенно в горах. Если не хотите в горы и не хотите в Болгарию, не хотите на море, горы, Болгария и море придут к вам в виде травы, в виде чаев, в виде здоровья. Я вам все это пришлю. Как здорово, посмотрите, это все выше моего роста. Правда? Красота. Обнимаю вас, в данном случае маковой любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.